Мексиканский боксер Сауль Альварес в интервью прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина с Келлом Бруком и сравнил его со своим поединком против Амира Хана. Все соперники Головкина были для него легкой прогулкой. Он никогда не дрался с тем, кто может вытолкнуть, поднять его на новый уровень. Главное отличие боя Головкина с Бруком и моего боя с Ханом в том, что Амир поднялся только на один вес, а Келл на два, чтобы драться с 3G в 160 фунтах. Хотя люди говорят, что Хан поднялся на две весовые категории, но на самом деле лишь на одну. Так что не надо комментировать того, чего не знаешь, сказал Канело. Свой ближайший бой Альварес проведет 17 сентября. Его соперником будет Лиам Смит. Головкин встретится на ринге с Бруком 10 сентября.